Всем привет, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы с вами будем проходить второй экстрактор на локации Эхо-1 без огнестрела, без ничего. Также мы отправимся с вами на ферму за проволокой, ну и конечно же будем собирать наш новый дом. Друзья, напомню вам, что в моем телеграм-канале сейчас проходит розыгрыш на портфель черешня. Переходите по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Как только наберется здесь 12345 подписчиков, мы с вами разыграем портфель черешня. Обязательно подписывайтесь, приглашайте друзей, и чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы сделаем розыгрыш на портфеле. Ну что, собираемся, друзья, собираемся, будем выполнять наши задания. Первым делом, я не знаю, на проволочку давайте отправимся попозже, а сейчас я думаю, что мы можем взять и чисто побежать на эти локации, да, второй экстрактор, все дела, и будем пробовать как-то проходить его. Я с собой не буду уже брать никакой огнестрел, мы чисто будем работать именно без него. Будем пробовать, стараться. У меня есть 400 кристальчиков, конечно, маловато будет, но ничего, я думаю, что нафармим еще и потом уже будем идти. Ну, хотя можно было сходить сначала на ферму нафармить, а потом уже бежать туда. Но давайте на 400 кристальчиков мы побегаем. Вот, будем видно. Так, забираем с собой хилки. Что нам нужно знать? Вам нужно брать броню максимально, какая у вас есть. Ну и, конечно же, хилки. Больше ничего, ребят. Вот. Ну, конечно, кристаллы, минералы должны быть. Это понятно. Так, ладно. Я возьму ягоды, возьму вот эти вот рестики. Я думаю, этого хватит. Я точно не помню, какие там ресурсы еще нужно, но, по-моему, гвозди плюс бол... Не, я... Короче, ладно. Давай первым делом поедем, посмотрим, что у нас там вообще происходит, потому что первую мы вчера с вами на... вернее, позавчера прошли, вот, а сейчас мы будем проходить вторую уже, второй экстрактор, да, все три волны попробуем пройти. Так, быстренько сюда дерево, где у нас деревцо, деревцо, мало дерева, ё-моё, где же дерево-то взять, ребят, не подскажете, где взять дерево, вот, потому что я вот не знаю, где его брать. Так, 10 веревок-то нужно еще, ё-моё, где мои веревочки, 10 штучек, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хорошо, строим сразу эту штуку, чтобы умирать, да, не знаю, вы ставите нет, напишите в комментариях, там, кто смотрит премьеру, в премьере напишите, или кто смотрит уже запись, вернее, видоса. Так, деревцо нам скинем. Ну, пока что деревца есть, 27, это маловато. Что по рейдам? По рейдам у нас там чуть-чуть буквально заданий осталось. Как раз сегодня выполним ферму, да. Можно будет альфа-волка найти и, конечно же, ферму. То есть, зомби-быком на ферме. Трех штучек нужно будет завалить. Это мы доделаем, огнестрел делается. И, конечно, сишка с почты забирается, и все задания выполняются. Вот, такие вот ресурсики, я думаю, можно даже будет в следующем ролике, если мы сегодня альфа-волка найдем, можно будет уже отправиться на рейдик. Вот. Ну, будет видно. Спешить не будем. Кстати, меня после вчерашнего, позавчерашнего рейда меня не зарейдили. Была угроза сутки, но все-таки рейдеры не пришли. Наверное, испугались. Вот, потому что в основном они приходят, а это что-то не пришли. Вот, интересно, как оно работает, как они там приходят. Ну, очень интересно. Так, ну что? Ну что, ребятки, давайте забираем. Хилок, я надеюсь, нам хватит. Вот, надеюсь на это, да, потому что маловато хила, но ничего, будем искать, будем где-то что-то собирать, поехали. Выходим на глобалочку, идем, пока доступна у нас локация Эхо. Кстати, нужно забрать ежедневную награду, вы тоже не забывайте ее забирать, потому что она очень-очень важна. Вот, на халяву вам дают ресурсики, я думаю, ну, кто не любит халявы, ребят, я не знаю таких людей, но я думаю, все любят халяву. Вот, вы просто заходите вот сюда, в календарь, ежедневный бонус, мачетка, потом знаки отличия и дробовик. На халяву получено, забираем, забираем, хорошо. Так, локация Эхо-1, это топовая локация, потому что здесь, ребятки, можно выбить фиолку. Вот реально, я выбивал на основном аккаунте, на новичке, по-моему, один раз, а на основном аккаунте, ну, штук 5-10 я точно выбил фиолетовых карт. Ну, за все время, конечно же, не за день, а за все время. Так, что нам нужно? Смотрите, у нас нам нужно сделать вот эту штуку, да, то есть ремни докинуть и сделать. Вчера мы прошли первый, скажем так, экстрактор, да, первого уровня, все три волны. Вот так вот мы проходили вчера, кто не видел, посмотрите видос, как пройти на изи без ничего. Сейчас мы сделаем все то же, только со вторым экстрактором. Вот, он уже сложнее, но награды, конечно же, идут уже побольше. Все, завершаем эту штуку. Второй у нас построен, отлично. Это скидываем сюда. Вот, что нам нужно знать, это, конечно же, сделать сейчас максимально турелей, да, максимально.
Вот, а он работает, хорошо. Что мы можем построить? Второй уровень, давай посмотрим. Есть вот такая вот турелька, называется гашеточка. Гашеточку будем использовать. Мы используем чисто турели. Чисто турели — это самая лучшая тактика. Не знаю, в моем использовании, в моих, скажем так, ну, где я когда смотрел, да, вот. Мы сейчас попробуем все вот это использовать. Вот, надеюсь, нам хватит этого всего. Ставим также турели, как в прошлый. Ребятки, я поставил не ту турель. Вот, ну мы эти удалим, наверное. Там же ресурсы какие-то добавляют с них. Так, да, что-то добавляется. Так, смотрите, вторую выбираем и гашеточку. Гашеточка 9 штук. Что мы тут ставим? Значит, смотрите, нам нужно поставить вот здесь. Раз, два, три. Вот так вот. Далее, раз, вот тут два, вот три, вот так вот и четыре. Ну, вот типа вот так. Но мы еще будем пробовать. Можно, конечно, было, может, сзаду поставить или вот тут. Вот еще влупить. Ладно, давай, короче, вот так вот. Чисто 9 штук у нас получается 5 на 5, 5 на 4. Вот такая вот система будет. Вот, все, взяли, что нам нужно брать? Конечно же, хил, вот, больше ничего. Вот и все. Вот это мы скинем вот сюда. Чикс, чикс, все нормально, все отлично. Так, ну что, запускаем. Легкий способ, 25, поехали. 300, 300 дают, как у тракториста. Ну, вы знаете, как у тракториста. Кто знает, напишите в чат. Так, я стою вот здесь примерно, да, возле этой... скажем, экстрактора, и стараемся агрить. Можно кулаками бить, там пробовать, знаете, как-то их переагривать. Смотрите, на меня согрелись 4. Мы чуть-чуть сюда заходим. Турелечки уже пошли бомбить первых. Мы делаем один круг, заводим следующих. Вот так вот. Можно одного, можно два. Ну, я думаю, один и два, и пойдет. Следующих ждем, когда они переагрятся на меня. Вот так вот, да. Тут что... Важно, важна броня, ребят, важна броня, потому что бронечка, вы понимаете, что она улетает от ударов зомби, это понятное дело. И как ни крути, вам нужно эту бронечку где-то брать, что-то делать. Все, мы завели, следующая толпа поехала, следующая толпа, еще и толстяки наносят урон, ничего себе, вот это прикол. Ух ты, смотри, еще прикол. То есть можно брать толстяка, да, агрить на себя, ну, по чуть-чуть, конечно, получать урон, но толстяк наносит... Им тоже неплохой урончик. Вообще даже неплохой, я бы сказал. Так, кого-то там зацепило. Ой-ой-ой-ой-ёшечки, надо уже их сюда заводить. О, поехали. Так, 2-2-2-2-2. И сюда заводим. Все, завели мы пацанов. Они там себе долбят, пускай долбят. Вот, это будет первый, ай, уровень. Ой-ой-ой, а ну иди сюда, ты падла вонючая. Все, мы прошли, ребят, прошли на изи. Видите, как оно работает. Минус одна турелька, да, немножко сложновато, ну что ж ты поделаешь, нормально, без огнестрела, главное то, что без огнестрела, это очень-очень важно. Так, что у нас получается, нам бы, конечно, я хотел бы именно 3 штучки пройти, то есть вы поняли, да, 3 волны, я покажу вам, как пройти, а вы уже там сколько нафармите, то есть этих кристаллов, столько будете пробегать. Вот, пока что нормально, ну, конечно, следующие будут пожестче, ну, посмотрим. Вот, в идеале, да, в идеале можно взять 1-2 глока или эмочку, лучше всего, вот, чтобы вот эти все третьи волны, да, проходить на изи. Вот, ну, поехали, вторая волна второго экстрактора, погнали. Встаем примерно вот тут, они сейчас побегут. Мы сейчас будем на себя переагривать. Вот один пошел, вот второй, третий. Вот мы можем завести их сюда. Те пускай бегут. Вот кто там побежал, а кто-то не побежал вообще, да? Вот кто-то побежал, а кто-то не побежал. Ну, турелечки, давайте. Вот, чуть-чуть завели туда и погнали по кругу долбить дальше. Вот, вот тут проходим. Вот тут также мы их агрим. Вот, кого-то зацепило, кого-то нет. Маленький круг делаем и введем обратно. Все, этого заводим. Вот, этих можем мы, конечно же, забирать вот сюда. Ой-ой-ёшечки, та ты шо, посмотри ты как. Долбят черешню, ох вы долбилы. Идите сюда, все быстро, гребаные зомборезы. Брони нет, что делать-то, не знаю. А нет, знаю. Так, да почему ты не агришься, алло, прием. Так, одеваемся в броню быстренько, вот так вот, да, и все. Мы еще одну волну бьем, ждем, и все, хватит. Так, все, всех переагрили. Вот.
И также делаем по кругу то, что мы делаем. Ну, уже турелечки легли нормально. Блин, не знаю, даже затащим или нет, потому что прочность турели тоже, вы знаете, уходит. И чтобы все было хорошо, идеально, нам нужно новые турели ставить. Так, так, так. Блин, этот раз я не знаю, затащим или нет, надо будет пробовать. Вот, мне кажется, вряд ли затащим. Одна турелька осталась, очень мало. Очень мало, ё-моё, что ж тут делать теперь, а? Все, турелечки все улетели, я тоже вместе с ними. Ну, тут, видите, тут уже нужно ставить новую. Да, вот тут уже все, борода, ребятки, бородень, бородень. Ну, ладно, я не буду тогда хилиться, я умираю, потому что смысла уже нет. Вот, тут нужно, видите, ну, бывают такие моменты, когда получается так, что турельки улетают. То есть первая, вторая волна, ну видите, каждую волну нужно ставить новые турели. Скорее всего, что так, потому что по-другому у нас никак не получится. Вот, и нам нужно где-то как-то что-то брать. Вот, ну давай попробуем взять, ну не знаю, один глок нам поможет, нет, даже не знаю, ребят. Вот. Но если, например, сложно, как в моем, да, случае, вот, можно будет, наверное, все-таки помогать чем-то, каким-то турель, не знаю, может быть, глоком. Давай один глок какой-то возьму, например. Вот, давай возьму вот этот глок, чисто так вот посмотрим, как оно будет с глоком. Но первую как бы пройти на изи вообще можно. Первую, это уже 300, это больше, чем первый экстрактор дает. Вот, 300 это хорошо, очень. Очень хорошо, я бы сказал. Можно что-то поэкспериментировать с турелями. Можно поставить чуть другие. Какие-то, может, колья втулить туда. Не знаю. Давай будем пробовать. Я лично проверяю, а потом уже мы с вами смотрим, как лучше, что лучше и так далее. Вот, давай будем смотреть. Конечно, кристаллов минералов маловато у нас, но что ж ты делаешь? Сделаешь. Можно будет потом на ферму сбегать быстренько. И все нормально будет. Так. Фермочка у нас сколько там даст? Быки плюс ферма. Ну, нормально. Ну, штук, наверное, 300-400 загинут нам кристаллов минералов. Но ферму нам нужно пройти, потому что это проволока. Мы сегодня будем, не знаю, стена получится или нет. Но вроде бы там еще раз мне нужно или что-то такое, уже не помню. Так, ладно, берем тогда все вот эти хилочки быстренько. Давай я броню положу вот так вот, чтобы было все ровно и четко. Вот эти хилочки. Давай вот так вот и ягоды возьму, например. Так, все, смотрим. Смотрим, смотрим. Можно, конечно, бонусы брать, но я бонусы не люблю брать. Не знаю почему, там, знаете, оно дает что-то, какой-то урон дополнительный, все дела. Так, усиливает турели на 16 секунд, активируется во время обороны. То есть, видите, да, разные тут бафы, но я не использую эти бафы, хотя можно было бы. Так, что у нас получается? Давай посмотрим, что мы можем построить, сколько турелей мы можем поставить. 12 штук. 12 штук, хорошо, смотрите. Давай попробуем с кольями. Колья у нас сколько будет? Давай раз, два, три. Три колья вот здесь, да, поставили. Вот, пробуем именно вот таким вот планом. Раз, два, три, вот так вот. Четыре. Вот, тут будет пять, шесть. Во, вот так вот будет. Только вот эту турелечку я, наверное, сюда переставлю. Ну, попробуем так. Может быть, они как бы будут намного больше, намного лучше. Пробуем дальше. Вот, пробуем, сколько там еще получится у нас. Не знаю, три раза, два раза попробовать можно. Так, поехали. Где эти все пацаны, ребята, малята? Идите сюда. О, пошел, друг, пошел. Ой, пошел, завел его. Сюда иди. О-о-о-о, ничего себе, три пацана нормально так по черешне долбануло. Так, давай, вот этих тоже три толстяка ты гребаный. О, один пошел, это хорошо. Вот, тут круги наматываем. Так, пошла еще волна, давай заводим их сюда. Вот, одни уже колья слетели, чуть-чуть туда перекинули. Хорошо, отлично. Так, дальше, давай, долбись, ты гребаный. О, вот этих толстяков назад. Лучше максимально по одному. То есть один, если согрелся, хорошо, делаем круги. Но так больше будет уходить брони. Вот, тут уже зависит от вашей брони. Если у вас много брони, то это хорошо, потому что вы можете себе офигенно сделать. Вот так, турелечки шпарят. Этого забираем. Вот, все согрелись. А че он пошел назад? Все турели умерли или что? Не, не может быть такого, не может быть. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо.
Тихо-тихо, как говорится, да? Так, что у нас по турелям? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Хорошо, отлично. Я не знаю, есть ли смысл их удалять, а потом делать заново. Вообще не знаю, надо будет проверить. Так, пацаны еще бомбят. Не пускай бомбят турелечки. Там работают капец как жестко. А что толстяк уходит? Может, он убивает турель и тогда уходит? Давай, 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 турелечки, работаем. Может быть, поставим первые турели? Давайте попробуем. Да, смотрите, я вообще не могу его добить. Получается, одна турель осталась. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, как некрасиво. Так, все, турелечки улетели. Ну ладно, добью тогда глоком, что ж ты поделаешь. Турелечки улетели. Давай, короче, посмотрим, как у нас получится с первыми турелями. Так, ну понятно, плюс 450, хорошо. Первые турели, они тоже неплохие, но тут уже нужно пробовать с ними, как оно получится. Так, значит, давайте гашетки эти, как они там, ремни возьму, куплю, сколько там ремней, не знаю, стоит, по 10 ремней. Ой, не туда, 10 ремней. Вот, раз, два, три, четыре, блин, 25, не хватило, ха-ха, весело. Вот, одного этого не хватило, но... Короче, мы можем пойти, конечно, на ферму, там чуть подфармить, а потом уже продолжить чисто смотреть. Так, давай попробуем эти гашеточки поставить, как они будут работать. Так, значит, у нас раз, два, три, четыре, есть, раз, ага, так вот будет, да, не хватает немножко этих. Так, ну у нас будет получиться именно вот этих штук, 9 штук как раз, да. Все, это у нас есть. Сейчас я быстренько тогда на ферму сгоняю, ребят, и мы продолжим. Вот фермочка. Вот интересно, как оно должно работать правильно. Можно, конечно, поставить одну такую, но это уже другой варик. Вот, ладно, идем на ферму. Я думаю, что сейчас очень быстро мы это все сделаем. Я возьму огнестрел, я не буду мелочиться там. Я чисто на огнестреле ферму пролетаю. То есть за 5 минут мы пробежим всю ферму. Всех перебьем огнестрелом. Не буду использовать оружие ближнего боя. Оно мне не нужно. Нам нужны очки. Вот очками сейчас мы попробуем. Но суть, конечно, такая, что если второй уровень долбить, да, то в принципе по 300 минералов вот этих вот мы можем зарабатывать. Это вообще на изи. Вот, там не сильно такая сложная волна, но тут нужно посмотреть, как правильно оно делается. Вот, сейчас мы быстренько идем тогда с турельками разбираться, потому что так вот непонятно, как оно работает. Ну, все же мы сейчас придумаем. Так, здесь у нас раз, здесь у нас два, забираем. Так, хилочка, я не знаю, сколько брать, давай стак аптек. Блин, аптеки не хотелось бы брать, они как раз бы подошли под, ну, скажем так, под этот, скажите, я скажу, под наши побеги вот эти все. Так, что мы берем? Давай глок, эмочку, это добьем, дробовиком можно кого-то подолпить. Давай глоки. В основном это глоки. Вот столько оружия. Нет, там много, что-то я очень много набрал. Вот, давай вот одну эмочку скину. Все, сейчас моды накидываем, идем быстренько развалим ферму и пойдем назад. Так, моды, что у нас на глок идут. Раз глок, да. Далее у нас два глок. Блин, эти кристаллы, конечно, фармить очень-очень долго, но что ж ты, блин, будешь делать-то? Ничего нельзя придумать. Так, ягоды, малины, Кати, Катерины, плюс вот это идет. Вот так все идет. Тун-тун-тун-тун. Так, тут огнестрел делается, все, пускай делает. Все, идем на ферму. Ферму быстренько сейчас перебиваем. И отправляемся. Отправляемся на наши турелечки проверять, как оно же работает точно и лучше и так далее. Ну, первая волна, я думаю, что еще можно пройти, а там уже будем смотреть. Вторую тоже можно, но как-то нужно турельки поставить по-другому немножко. Так, где эти... нам же еще шетих нужно, да, пройти, убить 3 быка. Там же как раз 3 быка, правильно, ребят? Там же как раз 3 быка бегает на этой штуке. Так, сейчас будет видно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ту-ду-ду-ду-ду. Поехали, быки. Поехали. Сколько за них дают? 5. Ну, 5 еще более-менее нормально. 5 еще это ладно. Так, сразу можно что-то лутать, что-то забирать. Я не буду тут мелочиться, еще раз говорю, я огнестрелом. Огнестрела у меня хватает, на данный момент хватает. Очень, ну как бы достаточно. Могу, как бы сказать, позволить. Так, поехали.
Тут у нас что? Рейдер. Нету рейдера. Был рейдер, нету рейдера. Видели такое? Я тоже видел. Так, был рейдер, нету рейдера. До свидули. Этого тоже сливаем. До свидания. Бычье пошло. Давай, иди сюда. Сейчас на тебя весь огнестрел перебьем, а потом будем искать себе на рейдах огнестрельчик. Так, сюда иди. О, пошел, родной. Так, хорошо. Ой, подожди, где мой еще один? Вот, сейчас я быстренько, ребят, перебиваю всю ферму по быстреньким огнестрельчикам. Сегодня у нас неэкономная зачистка фермы, но все же такая вот борода бывает. Так, пока. Так, есть, готовы, пацаны, готовы. Так, забираем, что тут дают нам. Тут сено у нас пошло, давайте. Хоп, отличненько. Давай, пошел. Во. Хорошо, берем сразу сюда. Давай я дробовик возьму, чтобы мы чисто добивали, да, так уже нормально. Так, смотрим по ящикам, что у нас по ящикам вообще происходит. Не получил ты, блин. Так, открываем. Все, открыли. Все, забираем, а там уже будем смотреть, что нам нужно, что не нужно. Вот, ну, для этих можно использовать, конечно, дробовик по 54 урона. Обычный дробовик сносит, то есть тоже неплохой урон. Вот, по-быстреньком снесли, открыли, пошли дальше. Опа. Где у нас тут пацаны? Нету пацанов? Где пацаны делись-то? Пожалуйста, только не ящик. Ящик должен быть сверху. Сверху ящик должен быть. Так, давай. Опс, забрали. Хорошо. Вот. Ну, ресурсики можно было, конечно, хилы скинуть. Зачем я его взял с собой на ферму, вот это непонятно мне. Ну, ладно. Так, забираем. Здесь у нас есть тоже, да, зомби-фермер. Насчет разорителя, есть ли смысл его сбивать сейчас? Да, в принципе, можно сбить. Вот. Да, давай собьем его, потому что смысла его было оставлять нету никакого. Ну, на него можно было какую-то такую... Ой-ой-ой, откуда это они бегут? Вы видели, откуда они побежали? Первый раз такое вижу, что с фермы оттуда вот бегут. Вот где-то из-за трактора. Вот это пацаны, ребята. Вот это нормальные пацаны. Да пошел вон, слышишь, ты дурында. Так, 54, бибим. Давай. По одному подходите. Давайте, гигабайт. До свидули. Хопа, есть. Так, уже 123 есть у нас. Хорошо. Как раз проверим, сколько на ферме выпадает этого добра. Вот, потому что я лично не знаю, с какой локации сколько выпадает. Но в основном можно понять, если зачистить. Правильно? 44. Ну, окей. Давай 44. Я пошел вон. Хорошо. Добиваем блоком. Так, тут пошли тоже пацаны, ребята. Ой-ой-ой. Это посмотри, какие мощные. Мощные какие-то, а. Вот это моща, я понимаю. Моща, хоть ты не знаю, куда скачи. Так, пошел вон. Давай, иди сюда. Хотя у меня есть какая-то мачете-катана на почте, наверное. Может быть, использовать ее специально для, скажем так, для кого-то там. Так, ой-ой-ой-ой-ой, нормально. Так, ладно, тут уже надо как-то аккуратненько все делать. Да блин, этот драйдер еще с огнестрелом задолбал меня. Давай. Шо, рейдер? Упал, молодец. Так, ладно, пока этот сатик мы оставим. Хотя можно забрать его, да? Вот, забрать-то можно. Можно потом одеть. Так, лутаем ящик, конечно же. В первую очередь залутываем все, что там есть у нас, что нету. Вот, но хилочки, конечно же, категорически сейчас не хватает. Надо рейд с хилом. Ребят, так хочу сейчас рейд с хилом. Вот просто мечта, это найти просто на рейде там кучу, тонну, ящик, не знаю сколько, но вы поняли, да? То есть найти примерно... Ну, скажем, давайте 500 больших аптек. Вот это я понимаю, был бы рейд. Но я думаю, что мы найдем. А знаете почему? Потому что я знаю, что мы найдем. Вот, посмотрим. Скоро такое будет, ребят. Скоро, еще чуть-чуть времени, мы такое будем на рейде делать. Главное 200, репутацию рейдеров сделать 200. А там уже будет топово. Вот, так, давай сюда, зомби-фермер. До свидули. Так, ладно, это мы глок сюда. Барам-бабам. Давай я этих добью. И мы возьмем мачету-катану какую-то. И там уже будем бомбить дальше. Так, до свидания. Так, это берем. Здесь, я не знаю, есть ли смысл открывать, но мы откроем. Понятное дело, что откроем. Так, поехали. Пошел вон.
Так, давай, следующий пошел. Тух-тух-тух-тух-тух. Ну, огнестрелом, как вы видите, проходится очень быстро. Это не 20 минут, это буквально там 5-7-10 минут. Примерно где-то такое количество. Вот, но я думаю, что сейчас мы сделаем ветер. Так, 6 проволоки, отлично. Вот, 6 проволочки, хорошо, хорошо. Это у меня 12 уже есть. Оу, а там будет, блин, это будет 28 у меня. Ё-моё, мы бы просто могли сегодня, скорее всего, завершить эту стену. Сколько ему сносит? Блин, мало, конечно. Ну ладно, давай его быстро глоком снесем. Почему его так колбасит, я не знаю. Но он как будто в коматозе каком-то. Посмотри, как его колбасит. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Хорошо. Блин, трачу так огнестрел, как у меня его миллион, как будто. Но хотя я понимаю, что у меня его мало, но рейды есть, и мы можем найти в любой момент ящик, 2 ящика, 10 ящиков огнестрела, и это будет, в принципе, реально. Пошел вон, дурачок. Так, все, тут мы делаем. Мы можем открыть ящик, да? Мы можем открыть ящик, скинуть ресурсы и зайти обратно. Вот, наверное, так и будет. Сейчас мы быстренько это все переделаем. Как раз 300 нафармили мы примерно с вами кристальчиков. Ферма 300 штук дает. В принципе, это немного. Слепой охотник 100 дает, знаю. Ферма примерно 270 на данный момент. Если ангар откроется, мы еще сможем забрать там штук 20-30 точно. Вот, ну, примерно ферма 300, слепой охотник 100. Вот где-то примерно так. Ну, будем по чуть-чуть, понемножку, конечно же, изучать эти все моменты и потом крутить дальше наши крышечки, ну, ящички и так далее. Так, эмочка у нас есть, да, закидываем сразу сюда. Два огнестрела, как раз четко. Давай, открывайся, ты гребаный амбар. Я очень жду, что ты откроешься, но очень опасно, конечно. Вау, вы заметили, как понять, откроется ли ангар или нет? Короче, если тень зомби встает красной на двери, тогда ангар открывается. Вот прикол, я даже такого не знал и не видел. Так, пошли вон, пошли вон. Гребаные зомборезики. Да пошли отсюда, вон, все вон, все вон, все вон. Зомборезики, зомборезики, идите вон, идите вон. Вот, в идеале, конечно, гранатка, мачете через стенку, но это уже не то время, не то место. Вот, давай быстренько добиваем этих паразитов. Так, давай, глок, пошел, работаем. Вау, вау, какой ты мощный, брат. Вау, вот это да. Ну, я как говорил, 300 есть, да, бита. Есть модик, отлично, отлично. Просто идеально, еще эти ресурсики. Так, ну, как бы, как ни крути, как ни крути. Все хорошо у нас. Так, как вы думаете, выпадет бензобак? Я думаю, что да. Вот просто думаю, что сейчас будет бензобак. Давай посмотрим. Раз, два, три. Бензобак появись. Блин, я вам говорю, ребят, у меня чуйка на эту тему, что капец. Вот, когда я понимаю, что он может выпасть, вот, он выпадает. Вот реально есть такая песня. Так, ну что? Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что. Поехали, поехали, поехали. Сейчас я, короче, что делаю? Скидываю вот это все дело. Мы возвращаемся на ферму. Мы забираем все ресурсы. Наверное, все-таки два раза нужно будет сюда зайти еще раз, потому что не влезет в портфель. Я возьму, наверное, чоппер, чтобы 4 дополнительных слота у нас было, правильно? Давай, 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 давай. Ладно, поехали. Ну, ферму забрать нужно. Что ж я буду оставлять эти ресурсы? Мы, если лутаем, давайте так. Заходим на локацию, чистим ее. Если она нужна, мы чистим, забираем. Ресурсы лишними не будут, да. Вот, понятное дело, что нужно побегать. Вот аирдроп даже попался. 58 минут. Можно будет сбегать на аир еще. Все, полетели, полетели. И будем пробовать эхо дальше долбить. Потому что, ну, такое уже второй уровень. Это уже такое, более-менее. Ну, сложновато немножко без огнестрела, но мы разберемся. Поставим, может быть, как-то турели так интересно. Я думаю, что можно как-то поставить поочередно, да, даже первый, давайте первый, я хочу первый попробовать. Вот 9 первых турелей, потащат они или нет, второй уровень. Там уже от турелей зависит, потому что там бьет по одному, там по другому бьет, эти разные турели по-разному все бьют. Так, все скидываем, значит, мы идем голыми туда абсолютно, то есть я возьму только огнестрел. Сет брони, который умрет сейчас, мы оставим, я не знаю, его вообще оставим, чтобы рейдеры воровали. Давайте оставим рейдерам, пускай они воруют.
Вот чисто на райдик пускай забирает. Так, все это мы взяли. Глок есть, три хилки есть. Ну и самолечение в принципе есть. Куда мы там вкинули это все дело? Вот сюда. Щенки откроем, да, щенков. Щенки, щенки, бу-бум. Есть, открыли, открыли. Это мы можем делать себе пока, получается, хилочку. Бикс, 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 бикс. Сюда, сюда, сюда. Во. Пока мы там бегаем, мы будем сейчас забирать ресурсы и сразу же выезжать. Так, тут у нас какие-то ресурсы вообще, я забыл с бункера вчера забрать, давай мы тоже их закинем. Где они там у нас должны быть ресурсы с бункера, бум-бум сюда. Так, есть, готово. Готово, готово. Так, что здесь? Здесь волокно, также мы сейчас тоже закинем, потому что это, скажем, как минимум аптечки, правильно? Пока мы будем бегать, оно еще сделается. Так, раз сюда и два сюда, вот, и четыре аптечки черешни залетает. Так, хоп, 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 давай. Вот видите, как помогает это волокна. Очень сильно помогает. Ну, где ты возьмешь сейчас 4 аптеки? Нигде. А вот тут мы можем как бы найти. Это хорошо. Так, все, мы готовы. Поехали, забираем ресы и сразу же отправляемся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Главное, что у нас все готово. Вот это очень важно. Так, поехали. Значит, я надеюсь, что на меня никто не забежит, но если у вас такая система будет, как у меня, тема-система, то есть мы зачистили, забрали ресурсы, поехали до дому, скинули, и бывает такое, что еще какие-то зомби бегут. Возьмите с собой все равно какой-то огнестрел, потому что... Блин, я не туда поехал, ну ладно. Возьмите с собой огнестрел, потому что иногда бывает откуда-то бегут. Непонятно откуда, конечно, они бегут, но бывает такое. Вот, сейчас мы быстренько построим стену. Ну давайте стену в конце, да, наверное, построим. А стена там, я не помню. По-моему, у меня не хватит двое проволоки. По-моему, две проволоки у меня не хватает на новичке. Ту-ту-ту. На основе мы сделали, а на новичке еще нет. К сожалению, еще нет. Ну ладно, это не проблема. Так, ладно, давайте тогда поехали. Я буду все забирать, все лутать, так как эта локация, ну, как бы ресурсы дает, но не хочется их оставлять никуда. Вот, заберем вот здесь, посмотрим, что у нас тут выпадает. Иногда талоны зеленые, желтые, не помню точно, ну, иногда мусорка, понятно. Так, все, ускоряемся, ускоряемся. Не забывайте про самолечение, оно у вас должно быть 100%. Вот, как ни крути, как ни верти, все должно быть. Так, здесь у нас разобрали. Забрали. Ну, такое веревки я точно брать не буду. Возможно, даже и эту не буду брать. А тут мы ящик, да, забирали или нет? Не помню уже. Давай посмотрим. Да, тут ящик, тут ящик. Тут у нас еще трупик какой-то лежит. Так, забираем. Бам-бам-бам-бам-бам. Давай сначала дом и залутаем. Дом. Там уже посмотрим. Домик. Домик в деревне вот этот залутаем. Там, где проволочка у нас выпадает. Ну, как-то оно так странно выпадало мне. Вот на основе один или два раза у меня не было. Просто проволоки не было. Не знаю, открываешь ящик, там нету проволоки. Как-то непонятно. Три аптеки уже хорошо. Вот, веревочку давай сразу удалим. Провода удалим. Такую бороду, эту флешки вот эти. Ой, красный талон. Ну, блин, где еще выпадет красный талон, как не на ферме? Вот это топчик. Вот это топчик, конечно. Все, это мы забираем. Там 4 у нас лота, да, в чопере есть. Если что, если что. Щенок у нас плюс, хорошо. Вот, щеночек забираем. Два щенка сегодня, щенок овчарки еще выпал. Так, что здесь? Здесь у нас, конечно же, раз, два. Я буду удалять эту бороду, ребят, потому что эта борода мне не нужна. Ну, мне, конечно, нужны ресурсы первым делом, а там уже будем смотреть. Так. Здесь у нас раз, два, три, четыре. Вот так вот, четыре сайтика. Это берем. Сколько не хватает места? Ну, придется, наверное, все-таки в чоппер бежать, потому что... Потому что. Четыре слота как раз. Вот это мы можем убрать, чтобы два раза уже не бежать. Два убрать. Вот, это все стакаем. Короче, как раз, да, ребят, как раз все будет, все супер. Значит, мы летим быстро в чоппер, 4 слота я закидываю и возвращаюсь обратно. И что, мы сюда уже два раза не бежали, я вот так вот заберу, удалю то, что, в принципе, мне не нужно, и пойдем мы дальше с вами. Так, ну что, где мой там чоперидзе? Чоперидзе, жалко, что он сюда не заезжает. Ну, было бы классно, если по ферме на чопере рассекать. Так, 4 слота. Что у нас? Давай, 5 слотов. Вообще супер. Вообще супер. Давай какой-то огнестрел сюда затарим. Кофточку, вот бензобак. Кстати, нам нужно еще на заправку сходить, потому что у меня уже 2 бака.
колеса есть, нам нужно прокачать чоппер, чтобы рейдеры не украли бензобак, да? Ну вот, мы можем это затарить на заправочку. Так что будем тарить на заправку. Вот, заедем еще на заправку, ребят, потому что нужно закинуть. Не хочу, чтобы рейдеры воровали, но хотя они сейчас не нападут на меня, пока я на рейд не схожу. Вот, но это уже дело такое. Так, тут забрали, там забрали. Вот и все, ребят, ферма зачищена под фул. Ну вот, можно вот так вот по чуть-чуть чистить. Так, полетели, давай ускорение. Смотрите, как бежит мужик. Вот, чтобы он так бежал вечно. Вот это я понимаю скорость. Вот это я понимаю. Можно было сделать какой-то телепорт, чтобы ты типа использовал какую-то капсулу и телепортировался куда тебе угодно. То есть выбирать на глобальной карте, куда тебе нужно, да? Вот это было прикольно, чтобы он фью и улетел. Но это нереально, наверное. Фух, так, ну что, теперь домой, аирдроп потом, потом аирдропчик потом, потом, наверное, еще пойдем на заправку. Ну да, да, давайте так. Так, 43 энергии, как раз туда-сюда сбегаем. Не знаю, если есть рекламка, сейчас я посмотрю. Вот, потому что рекламка, рекламка. Хотя можно поехать, поехать. Да, давайте так, глянем, если есть рекламка. Мы сейчас выкатаем всю энергию, то есть я сбегаю на аирдроп, наверное, потом... Потом посмотрим рекламу и поедем на эхо. Вот так вот будет. Ну, мне кажется, по-моему, там рекламы нету. Вот, если нету, то сразу на эхо идем. Сразу на эхо, а потом вот эхо я уже буду смотреть рекламку. Вот, давайте так сделаем. Так, давай. Ту, а нет, есть, смотри, 13 минут. О, за 13 минут мы как раз залутаем, да, ребят? Аирдропчик, 13 минут. Надеюсь, что успеем. Надеюсь, очень сильно надеюсь. Я не знаю, что куда скидывать, но я беру с собой ничего, кроме вот этого. Вот, вот это сюда. Вот, кувалду эту гребаную. Так, а мне нужна хилка. А что у нас, есть ягоды какие-то или нет? Ягодам нету. Катя, Катерина, ягоды. Ну, ладно, попробуем без... Без хила, без хила, да, давай без хила. 13 минут, да? Давай посмотрим, 13 минут, это у нас будет... Блин, а я не взял с собой этот известняк. Ну, хотя ладно, давайте мы через авто все соберем, сколько там сможем. Вот, 13 минут, это сколько будет? Ну, в принципе, за минут 5, я думаю, справимся. 5 минут, я не буду рубить дерево там полностью, я чисто на авто, что смогу, то и заберу. Вот, там сделаем один топор, сделаем, не сделаем, не сделаем. Но хотя нужно дерево. Как ни крути, ребят, дерево мне нужно, 100%, миллион дерева. Так, тут нужно использовать вот эту скрытность. Самолечение пускай стоит. Вот, а там уже будем по чуть-чуть, потихонечку мы с вами что-то делать другое. Так, 40-40, давай его тоже убираем. Вот так вот, да, пошла зеленка. Зеленочка, главное, чтобы не рыгала по нам. Будет все хорошо тогда. Так, это забираем, забираем, давай вниз пойдем. Вниз пойдем. Где тут что-то? 80 хп-шная шляпа стоит. А пошел вон, так, забираем. Давай сразу залутаем вот эту тему. Вот, можно будет сейчас добить свою хп-шку под 0 и потом самолечением плюс авто включить. Наверное, так и будет. Вот, но копье, я думаю, делать не будем. Так, забираем рейсики, конечно же, лишним не будет это все. Тут у нас зомборез. Вот, хотя его копьем можно убить. Ну ладно, будем этим бить, неважно. Так, все хорошо, еще где зомборезы. Сейчас я быстренько пробегусь по кругу. Ту-ту-туру, ту-ту-туру, ту-ту-туру. Нету, нету, нету никого. Как будто они испарились. Зомби, вы где? Выходите по одному. Давайте, зомборезы. Ну, смотрите, ребят, нету зомби. Они обосрались, наверное, и убежали. Почему они... Сколько? 3 зомби было? Или сколько там? 4? Ну, это такое возможно или нет? Я не знаю. Вот, ладно, тогда сам... О, фриз пошел. Сейчас, смотрите, сейчас кто-то подойдет. Смотрите внимательно. Мне кажется, бот будет. Но фриз пошел, фриз пошел. По-любому кто-то сейчас побежит. Вот 100% должно кто-то побежать. Когда фризы, то есть фриз это такой замедленный, скажем так, остановка кадра. То есть... Фризануло немножко, ну хотя нету никого, интересно, конечно, очень интересно. Ладно, нету, так нету, давай авто. Вот, очень странно, потому что когда у меня фризит эта вся тема, постоянно приходит бот, зомби, не знаю, кто-то по-любому-то и придет. Так, ну что, кирочку одну можно, ой, топорик один точно можно будет сделать. Ягоды подфармим как раз на нашу локацию Эхо-1 и волокна. Волокна как раз делаются у нас в станке, мы сделаем аптеки, плюс сейчас соберем и вкинем опять же в станок, чтобы был какой-то хил, хотя бы как минимум. Ну, волокна я заберу все, потому что хила у меня нет, ребят. Это даже на почте у меня нету хила. Вот, вот этих оленей, да, можно тоже забрать, это на щенок.
щенков, какое-то задание по щенкам. О, смотри, волк появился, видите, а его не было, а его не было. Ну ладно, берем оленюшка, иди сюда. Опа, оленюшка, оленюшка, дядя олень. Бум, хорошо, олень. Все, авто, и мы можем посмотреть, что мы можем тут забрать. О, ящик следующий. Ой-ой-ой, как хочется 10 стальных слитков. Это жесть, конечно. Но надеюсь, что выпадет. О, кресло какое-то можно тут найти. Да блин, что оно лагает? Тут нельзя нажать. Вот, оно что-то прыгает, непонятно. Вот видите, оно прыгает, само прыгает. Вот такое кресло глуш можно заработать себе бесплатно, без доната, да? Вот, нормально, прикольно. Так, ладно, 10 кирпичей, ничего себе. Вообще прикольно. Так, окей, что тут по дереву у нас пошло? Есть у нас, готово, готово. Давай еще дерево заберем. И посмотрим еще мы с вами по календарю, что у нас тут. Добыча. Покрутим мы сегодня на все монетки, да? Надеюсь, еще... одного босса мы добьем. Вот здесь, да, шестой. А хотя, как оно засчитало, если мы прошли... А, мы вторую прошли, да. Третья осталась, третья осталась. Да, все верно, ребят. Короче, вторую же мы прошли, по-моему. Мы добили вторую. Да, 450 нам дали. У нас осталась третья. То есть, если мы проходим второй экстрактор в третий уровень, мы получим 25 знаков отличия. 25 знаков отличия, это есть шанс получить тактический портфель, ребят. Тактический портфель, который мне нужен очень сильно. Вот и все. Так, что у нас тут? Тут еще бегает. Ну, пускай себе бегает. Кстати, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, что у нас вот тут происходит. Что у нас вообще на почте происходит? 5 стальных слитков есть. 11 гранат, алюминька, линзы, офигеть, 6 баллонов есть газовых, охренеть, 2 огнемета. Вот это да. Кстати, вы потратили свои огнеметы или нет? Напишите в комментарии или уже в премьеру, кто смотрит премьеру. Так, тут сетики, сетики. Ну так, оооо, я уже испугался, чё там, блин, грёбаный волчара, я чуть не обосрался от звуков. Вот, блин, испугали меня, что, о, 40 дерева, хорошо, хорошо, 40 дерева тоже не помешает. Давай, добиваем этот топор, я думаю, можно выходить, там больше ничего интересного нету здесь. Жалко, что не дают эти кристаллы за фарм дерева, да, вот это очень жаль. Так, ну ничего, так, все, последний удар топорика и можно выходить. Еще есть растительное волокно, хорошо, забираем. А, еще куда-то бежит дядя, о май гад, еще есть два. Ну давай, 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 известняк есть тут еще. Все, инструмент нужно создать. Пока, какой инструмент? Все, ребят, сейчас мы скидываем, забираем все. Смотрим рекламку и выдвигаемся. Выдвигаемся на нашу, скажем так, локейшн, которая у нас очень крутая. И там мы можем, ну, скорее всего, можно взять какой-то глок. Вот, как у нас получилось со второй волной, да? Вторая волна, осталось 2 зомбореза, все турели умерли, и мы добили 2 зомби и заработали 450. На такой случай, конечно же, можно. Это просто экономное, скажем так, прохождение данных экстракторов, вот этих шпакторов, сколько там, 6 минут успеем. Вот, блин, какая-то хрень, фу, блин, залезла в рот. Так, ладно. Где что скидывать, я не знаю, не помню. Ну, скинем тогда вот так вот. Все, мы тут скинули сразу волокна, да, мы помним. Волокна нам нужно забрать. И хилочку полную, полную хилочку. Вот, заберем, конечно же. Где у нас еще хилочка? Так, эмочка, хилочка, раз, два, три, четыре, хилочка. Это тоже заберем, это тоже заберем. Ну, смотрите, есть немного хилки. Как ни крути, она есть. Как ни крути, ребят. Так, разделяем здесь, да, по 20 все вкидываем сюда, сюда. Вот это пока положим здесь. Хилочку заберем. 9, 9, 9. Отлично. Смотри, сколько мы с тобой бегали и сколько уже получили. И еще получим мы это, конечно же, ткань. Ткань, которая даст нам аптечки, бинты. Так, это заберем. И вот здесь затариваем под фул. Вот, смотри. Нормально же. Топовая тема. Собираем, собираем. Получаем, получаем. Отлично. 5 штук плюс. То есть тогда 4 мы сделали, сейчас 5. Уже 10 бинтов появилось. Вот, это ничего не делая. Ну, как ничего. Что-то делая, но собирая, короче. Так, ладно. Все, сет брони я беру. Один. Второй сет брони у меня получится или нет? Так, ботинки. Блин, а что-то не получается у меня здесь. Е-мое. Ё-моё, что делать-то? Так, половинку, половинку, половинку. И штаны половинку есть. Еще половинку, половинку. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Штаны половинку и половинку капать. Вот это во. Во, вот так вот, да, будет.
Вот, я думаю, что хотя бы так, да даже сбитую броню взять с собой. У меня очень много тапочек, не знаю почему. Вот, ну ладно. Так, что? И огнестрел. Огнестрел, я говорил, какой любой. Давай я, наверное, возьму одну целую эмочку. Вот так. Все, ребят, я готов. Я готов. Можно еще ящики раз проверить. Может, какой-то хил завалялся, не знаю. Ну, вроде бы я не видел больше хила здесь. Вот, тут нету ничего, нету, и здесь, о, вот есть хил, вот видите, пропустил, хил пропустил, еще и сет брони тут есть, вот, ну давай его возьмем, раз, два, три, вот так вот, четыре, все, я готов, ребят, мы смотрим рекламку, я умираю и выдвигаемся, вот и все, еще можно вот здесь найти один хил. Вот, по-любому, поехали, чик-чик-чик-чик, главное, чтобы лекарь-аптекарь не ушел. Все, смотрим рекламочку на нашу энергию. Ну что, готовы? Поехали, ребятки, поехали. Сейчас мы быстренько здесь всех насадим на одно место. Так, ладно, берем с собой хил, не забываем, хилочка нужна 100%. Что я тут буду делать? Смотрите, я вам покажу сейчас одну тему хорошенькую. Короче, мы будем ставить первые турели. Первые турели, я думаю, будут намного лучше. Вот, ну, мы протестим сейчас эту тему, но будет видно. Так, как мы ставим? Так, вот, скорее всего, так не получится, потому что нужно будет, наверное, за этим поставить. Так будет лучше, наверное, скорее всего. Вот, давай мы поставим вот так вот. Вот так вот. Сколько тут? 9 штук, да, у нас получается? Если 9, то мы можем поставить по-другому немножко. Нет, 9 это будет много. Мне нужно, наверное, скорее всего, еще сюда шипы какие-то или колья, что-то такое. Давай я сзаду попробую поставить вот так вот. Вот, вот именно сзаду, сзаду. Вот, и здесь у нас, здесь, получается еще одна тема, да, одна тема здесь, только мы поставим вот, не, подожди, сейчас, если, ага, вот так вот, наверное, скорее всего, вот так, тупо попробуем вот таким вот планом, вот, только я здесь, знаете, что неправильно сделал, я тут неправильно сделал вот эту турелечку, мы уберем назад, вот так вот. Это будет 6, 7, 8. Ага, это уберу. Смотрите, в чем прикол. Прикол в том, что нужно поставить вот эту штуку. Вот так вот. Примерно вот так. Вот я думаю, что вот так попробовать можно. Они будут бежать. Они, во-первых, будут об эти колья биться. Вот эти турельки будут работать сильно, нормально. Они бьют сплэшем, типа, по всем зомби. Не так, как те турели, да, бьют не так. Ну, пробуем. Давай пробовать такую тактику галактику. Может быть, это у нас получится. Все, поехали. А, меня зажали. Зажали, пацаны. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ту-ру-ру-ру. Поехали. Ребятки, обязательно не забудьте поставить лайк. Кто смотрит премьеру, вам огромный привет. Привет, все пишем привет, ну вот, а мы с вами бьем, ту-ту-ту-ру, все, один улетел уже, зомборезик, второй пошел, этих двоих забираем, пока эти бьют, мы этих сюда закидываем, все, один пошел, второго заводим, третьего подводим, все, этих забираем, главное хилочка, чтобы была. Вот, три штуки у нас есть, это первая волна, а, кстати, мы вторую же прошли, правильно, вторую мы прошли. Вот, этого забираем. Вот, пускай толстяки у нас. Кстати, тут надо спринт включить и самолечение, ребят. Спринт и самолечение, он как бы необходим здесь, по-любому. Так, здесь у нас эта штука взрывается. Да взрывайся уже давай. Так, хорошо. Забирайте одного. Вот, как-то так. Ну, давай. Да умирай уже, дятел ты вонючий. Вот, один... И осталось два у нас. Вот. Первое вообще проходится на изи. Даже не сильно и, как бы, скажем так, затратно. Ну, пацаны улетели. Все, пацаны улетели. Гомном воняет здесь. Так, самолечение, спринт. Как я и говорил, нужно врубить. Так, все, отхилочка. Раз отхилочка, два отхилочка. Ну, давай возьмем рагушечку сюда. Пока что держимся. Держимся, только нужно поставить опять у нас вот эту штуку. Так, сюда ставим раз. Видите, они бьют эти железные колья. Вот, и как-то сильно не огрятся на турельке. Пробуем дальше. Первую проходится на изи. Вот так вот на изи будет проходиться точно. Поехали дальше. Вторую мы уже с вами прошли, но еще раз попробуем. А, опять меня застрял тут, ё-моё.
Так, поехали. Поехали. Эй, ты гори, гори. Так, один пошел туда, все супер. Даже два пошло туда. Да, хай, пускай себе бьются. А мы тут пару кружков-то сделаем. Вот так вот намотаем с пацанами. Моими друзьями, зомборезами, вонючими. Так, что там у нас получается? Получается, что он улетел. А вы идете сюда, вонючие зомборезы. Да, все, пошли, отлично. Вот это супер, вот это, мне кажется, тактика. Это топ тактика. Вот, ну попробуем, я, заметьте, не использую пока что огнестрел, не использую. Чисто так, в руках держу для уверенности, а там уже будем смотреть. Если что-то не получится, то я думаю, что нарисуем что-то. Все, видите, как оно, ну, сплэшем бьет. Они, вот эти турелечки, даже лучше вторых, мне кажется. Они очень жестко дамажат. И как бы получается, не по одному бьют, как те, да. Вот, а по нескольким. Вот это уже поворот. Так, забираем, забираем. Толстяк один пошел. Ну, пускай они там себе долбятся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, я думаю, дотащим. Дотащим, главное, чтобы меня сильно не прибило. Так, давай. О-о, уже внутрь зашли. Уже внутрь пошли. Ну, все, тут пускай добиваются. Пускай добиваются. Турелечки тагатят нормально. Да давайте, давайте, турелечки. Стоят все? Все. Отлично, отлично. Я даже думал, что сейчас снесут несколько турелей. Но нет, ребят, смотрите. Пока что работает. То, что я вам говорил, что тактика должна быть галактикой. Так, далее ставим. Чикс. Чикс. Вот так вот, да? Продолжим данную систему. Ну, мне кажется, сейчас турельки будут падать. Можно пройти... Третью идем. Ну, ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Вот, надеюсь, что получится у нас. Обязательно прожмите лайк, чтобы получилось, ребят. Если вы прожмете, оно должно получиться. Поехали. Так, два полетело. Третий сюда. What the fucking shit, the fucker shit? Громила, что ли? Громила пришла. Ё-моё, Громила, ты это, заканчивай с этими приколами. Я понимаю, что ты мощный парень, но мне кажется, с тобой нужно как-то по-другому. Блин, он бьет по 17. Жесткий тип, жесткий. Так, громилочка туда пошел. Ну ладно, пускай он там долбится. А мы с вами сейчас вот этого дурачка по кругу пустим. Вот, громилу вообще там во все стороны зажали. Смотрите, как турели работают красиво, да? Громила, умирай уже. Ну, его сложно убить. Ой-ой-ой, я еще активировал эту штуку. Штукенцию. Ой-ой-ёшечки, ой-ой-ёшечки. Что у нас там получается? Турелечки отлетят у меня, да? Турелечки уже, наверное, отлетают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ладно, делаем ветер. Вот, все-все-все-все. Давайте, эй, бейте турельки этих пацанов. Все-все-все, отлично. Ай, хорошо-то как. Ну, понятное дело, еще будут волны, поехали. Так, о-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 ой. И меня зацепило. Да, вы задолбали. И пердуны эти пердят. И что хочешь здесь пердит. Все пердит, все пердит, все репит. Вот, ну ладно, пробуем, пробуем, пробуем. Так, еще бьют, еще, блин, там турельки, наверное, улетели все. Ба, просто, толстяки еще дамажат. Одна улетела, ой-ой-ой, да, тут уже все улетели. Ну, видите, вот тут надо нам немножко, наверное, новые турели. Новые турели по-любому нужны. Ладно, я не буду тут уже умирать, чисто убегать буду от них. Пускай они там добивают себе этот экстрактор, мы сейчас сделаем все по новой. Так, эту систему мы не прошли. Но я говорил вам, что мы не пройдем, потому что не хватило нам прочности турелей. Вот, прочность должна быть целая. Целая прочность турелей, и тогда оно будет все прекрасно. Проверяем еще раз эту тактику, галактику. Так, сколько нужно штук? 7. 7 ремней, это 70. Вот, так, давай 70 делаем. Там сколько оно там делается, не знаю. Чикс, это сюда, сюда, и ставим все так же. Так, один, и тут по три. Три, три, вот так вот, и еще три. Раз, два, ага, а, не хватило этих шатунов. Шатунов, шатуны, чик-чик-чик-чик-чик, давай сделаем два, два, два и два. Вот так, чтобы 100 ровно было, чтобы мы 4 раза, может быть, прошли. Но я не знаю, если мы сейчас пройдем третью, я буду вторые проходить, а потом уже посмотрим, ребят. Потому что не хватает этих всех систем. Но вот сейчас мы, по идее, должны пройти третью, по-любому. Так, а я правильно поставил или нет? Ну да, вроде бы да, а может нет. Нет, я неправильно поставил. Это нам вот сюда нужно поставить, вот так. Вот так, да, вот так вот правильно. Все, 6-7 турелей первых и двое кольев вторых. Поехали.
Третий уровень сложности, погнали. Так, вниз, сюда идем, идем вот сюда. Все, поехали, поехали, поехали. Далеко я, наверное, идти не буду. О, привет, Громила, как твои дела? Ой-ой-ой, 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 куда же вы бежите все-то? Алло, алло, куда, куда, куда? Ну, побежали, блин, много туда, ребят. Почему-то они не все согрелись. Так, бьются, бьются, бейтесь, бейтесь. Так, хорошо. Давай, еще один остался. Сейчас мы Громилочку сюда потащим. О, хорошо, Громилочка пошла у нас нормальная. Ахахарики, ахахарики, мы же с вами стопарики. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько зомбаков пошло. Видите, не все туда бегут, не все. Половину ко мне бегут. Вот, но я надеюсь, что у нас все получится в этот раз, конечно же. Так, 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 давайте забирайте кого-то там. О, еще и толстяк наносит урон. Блин, очень удобно, когда есть толстяк, ты просто по кругу бегаешь, и он дополнительно сносит урон этим зомборезом. Вот, это очень удобно. Так, хорошо, давай, 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 давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, толпа, 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 сюда иди. Вот это толпень, конечно. Без хила, без хила. Я успею или не успею, как вы думаете? Но я думаю, что если сделать вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, успеем. Да, все нормально. Все нормально, все отлично. Так, теперь вот эту толпу как-то туда завести нужно. Хо-хо-хо, еще одна будет толпа. Еще одна будет толпа, точно. Так, давай, 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 толстячок, иди сюда, заходи. Внутрь, внутрь, толстяк, заходи, быстро внутрь. Воу-в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 оу, полегче, толстячок. Урон нанес. А как он отрегинился? Вы видели, у него один хп был, потом стало... Третий уровень, ребят, третий уровень мы прошли на изи. Ну, конечно, да, отлетело несколько турелей, но мы прошли. Вы заметили, да, что это работает. Это работает, и это хорошо. Хорошо, отлично. Вот, давайте еще поставим турели, еще попробуем третий уровень пройти. Я надеюсь, что попробуем, и у нас получится. Так, у нас есть же жрец? Есть. Третий уровень, ребят, три уровня. Новичок без огнестрела. Вы заметили, что огнестрел мы никак не используем? Как был целый, так и остался. Я даже его не буду брать с собой. Вот. Просто изи. Мы получаем 600 добычи за 25. То есть, вообще топовая тема. Не знаю еще, как проще простого вот это сделать. Вот реальная тема. Вот скажите топ-тема. Вот реальная топ-тема. Еще раз пробуем, еще раз пробуем. Вот так вот нужно проверять, и тогда, когда мы все проверим, мы будем знать точно, да, как оно будет работать. Так, ну какие-то там пошли туда, какие-то сюда. Вот, да, тут, понятное дело, Громила бежит, но ладно, Громилу мы не боимся. Вот, какие-то зацепило кого-то, Громила пошел. Вот Громила сейчас будет валиться с ними именно, с этими турелями в соло. Видите, он просто там стоит, турели его долбят, нормально долбят, да, долбят, еще долбят, ну давай чуть заведем их, вот туда чуть завели, Громилочка, умирай уже, хватит там долбить меня, так, давай, 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 хорошо, ой, хорошо-то как, хорошо, вообще идеально, три штуки пошло, отлично, видите, как они идут, это просто изи, это просто изи, и толстяк, ну это не последняя, конечно, волна, но... Понятное дело, идем вверх. Так, поехали, следующая волна. Ой-ой-ёшечки, сколько вас, ребят. Ой-ой-ёшечки. Вот тут, конечно, видите, много побежало. Непонятно почему, но побежало много. Так, работают пока, работают. Пускай там работает. Ту-р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 у. Давай, 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 давайте, умирайте уже. Хватит там долбить турелечки, мои любимые. Ну, это последняя, да, волна? Это третий уровень, последняя волна, по идее. По идее, да, по идее, наверное, я надеюсь. А что тут не получается? О, блин. Сколько там осталось? Этот бьет экстрактор и шаг вонючий. Все, все турели улетели? Да, ребят, тут, короче, амочку нужно использовать. Ладно, давай быстро. Я не знаю, хватит ли нам, хватит ли, сможем ли мы. Ну, там еще первый экстрактор. Ну, лучше добить уже, потому что... Как бы не хотелось, чтобы они забирали. Кто пошел вон? Стой, 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 стой. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Видите, сколько у них осталось? Буквально чуть-чуть. Но мы заберем. Все, прошли. Бывает такое, что чуть-чуть не хватает. А, не-не-не, не прошли. Я ошибся. Минус М.
Минус АМ-ка, ребят, я не прошел. Ну ладно, ничего, ничего страшного. Меня что, зажали? Не. Ну, пацаны, ну я ж так не играю. Пожалуйста, спасибо. Так. Получилось так, что чуть-чуть не хватило. Но вы видели, мы первый раз прошли, и все нормально было. Так, давай еще раз попробуем третий, если хватит. Если хватит, 6 турель. Ой, не 6 турелей, а у нас есть 4 турели. А нам нужно 7. 7. Это будет 8. Подожди, сейчас. Давай я поставлю. Давай я поставлю сначала, мы потом посмотрим. Так, вот так вот ставим. 1. 2. Есть, да? Далее. Вот это 3. 4, 5, 6. Есть. 3 штуки. То есть 30 нам нужно. 30. Если мы 30 используем. Да, мы сможем еще раз пройти. 1, 2, 3. Надеюсь, что сможем. Есть 7 дополнительных, но это такое. Вот. Пробуем еще раз. Пробуем еще раз. Чисто так, чтобы 2 шатуна. 2 шатуна можем купить. 1, 2. Вот, отлично, отличненько. Все, ребят, вот теперь этот раз мы должны тоже пройти. Изи. Так, это изи, шпизи, мизи. Так, поехали, да? Так, тут у нас все пока что вот так. Броня, что у нас по броне? По броне у нас половинку хватит с головой. Ну, поехали, третий уровень, еще раз пробуем. Погнали. Так, я буду использовать самолечение, потому что у меня как бы нету ничего интересного в аптеках. Так, привет, привет, пацаны, ребята. Привет, привет, давай, 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 давай. Опа, бах, 7 урон нанес. Ой, хорош, брат, хорош ты, такой красавчик. 7 урон наносишь. Так, теперь заводим сюда быстренько. Сколько там человек, не знаю. Вот сюда немного, пацаны, ребята. О, пошел громила. Толстяк, иди сюда, назад возвращайся. Хватит там себе жопой сидеть на земле. Давай назад, вот так, молодец. Молодец, я с ним побегаю. Он по мне урон не наносит. Я с ним побегаю, пособираю еще толстяков, чтобы... Вот если увидите толстяка, старайтесь его согреть на себя максимально. Максимально, чтобы он прыгнул. Вот когда он прыгнет, это будет хорошо, потому что он нанесет урон дополнительно пацанам. И это будет хорошо, отлично. Так, все, давай вниз. Я надеюсь, там все завершили. Вот, тут пока что вот так вот берем. Вот, бежим, 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 бежим. Давай, давай, по кругу, по чуть-чуть, потихонечку. О, поехали. По одному. Вот если по одному, да, заводить, это вообще прекрасно, просто идеально. Все, тут мы сделали то, что нам нужно. Идем вверх, тут переагриваем сразу всех. О, полегче, парень. Ты что делаешь? Ты что делаешь, парень? О, хорошо-то как. А ну-ка, там пацаны работают. Все, пошли в турели. Как видите, только колья слетели. А мы уже какую волну-то сносим. Вот, только колья слетели и как бы нормально. Так, заводим следующую волну. Давай, 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 сюда иди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хорошо. Хорошо как. Отлично. Так, тут я пока не буду бежать. Там еще одна волна, да, по-моему, должна быть. Надеюсь, что да. А может и нет. А может это последняя? Может быть, да. Ну да, наверное, последняя. Если не бегут, то последняя. Еще кого-то долбит там. Кого он долбит? О, хорошо. Ну, все турельки на месте стоят, ребят. Все турельки на месте стоят. Конечно, да, сейчас если опять активировать третий уровень, то, в принципе, у нас не получится ничего сделать. Вот. Ну, зато вы видели, как мы проходим. Третий уровень второго экстрактора. Второй экстрактор, три уровня без огнестрела можно пройти только если ставить все новые турели. Это именно на третий уровень. Вот здесь, да? Вот таким вот способом можно поставить, и все будет хорошо. Вот, второй экстрактор, третье уровня сложности. По 600 дает. Кстати, мы с вами прокачали. А, не, не прокачали. Если прокачали, оно бы пока чуть-чуть не дало. Чуть-чуть буквально. Но потом докачаем. Так, что у нас получается? Получается ящики. Где мои ящики-то? Где мои ящики? Куда там нужно зайти? В календарь. В добыче. 3200, получается, мы сегодня нафармили. Неплохо, неплохо. Поехали крутить, ребят. Поехали крутить. Будем смотреть. О, антирадин, хули, а почему бы и нет? Вы помните, что такое антирадин? Забираем еще эти звезды. Вот, как я и говорил, что мы сегодня еще знаки отличия 5 штук прокрутим. Ой-о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 й
еще.
три белых краски, не топчик, не топчик. Крутим еще, крутим. Ой, хорош. Блин, сегодня награды какие-то топовые. Угу. Давай. Дробовук. Ну и УЗИха подойдет, ладно. Вот, два раза по 800 крутанем по-любому. Ай, чуть-чуть не хватает там, чуть-чуть не хватает. Цемент, ладно. Чуть-чуть не хватило до 910, но это такое дело. Не хватило, так не хватило. 5 прокрутов. Ой, май гад, это был Герман. What the fuck? Не елки ты палки. Ну я же вам говорил, что сегодня у нас, ох-охо, просто фиолетовая карточка. Просто фиолетовая карточка залетает нам на изи. Ай-яй-яй, как же ж хорошо. Так, мясницкий нож мы сделаем, лопату. Давай, пускай лопата лучше будет на почте. Где-то какой-то песочек когда-то выкопать-то придется. Так, это забираем, крышечки пригодятся. А здесь у нас, конечно же, три слиточка. Не знаю, ребят, как вам, но я сегодня нафармил целую кучу топовых ресов. Ты только посмотри. Фиолка, две зеленки, узихи, шесть стальных слитков. Ой-ой-ой-ой-ой. Это второй экстрактор. Три уровня сложности. Как пройти на изи? Вот так вот. Это самый экономный способ. Да, можно еще бафы докуплять, если вы, например, используете, да, какие-то там нереальные убийства зомби, то есть что у вас много кристаллов. Можно еще бафами добафаться, но как бы показал второй уровень, если хотите, могу и третий показать. Но там нужно тоже будет пофармить. Вот, но могу показать. Это новичок, ребят, это без доната. И мы уже имеем фиолку, фиолетовая карточка. Это уже или вторая, или... Не, вторая, по-моему, вторая именно. Вторая сеха выпадает. На новичке особенно. А на основе там 10 точно плюс было. Я не знаю, ребят, как еще проще простого это все дело сделать. Но, как вы видите, это работает. Вы, в принципе, надеюсь, что также все делаете, и оно работает. Так, что у нас осталось? Что у нас осталось, ребят? Нам нужно на заправку. Я вам говорил, что нам нужно на заправочку. Нам нужно, конечно же, закинуть проволоку. Давай все сюда закинем. Проволочку я заберу, где моя проволочка. Вот она, заправочка. И можно как бы ехать. Так, это скинем. И проволочка еще где-то у меня была. Да, вот здесь лежит у нас. Хорошо, все, забираем. И заправочка. Заправочка что? Заправочка у нас бензобак. Вот это беру. Что-то еще можно было. Что-то еще, не помню, что. Там болты, по-моему, транзисторы. Болты точно, резинки точно. И подшипники точно. Давай 40. Ага, вот так. Ну, мы прокачаем чоппера еще, да? Вот, можно журналы какие-то, но журнала у меня, к сожалению, нету. Ладно, все, поехали. На заправку там чоппер нужен или нет? По-моему, не нужен, да? На заправочку. А, бензобак, еще один. А мы мне это не скинули, ну ладно, заберем. Все, значит, тут мы все сделали. Выходим на глобалочку. Что у нас по рейдерам? Осталось у нас альфа-волк, можно будет в следующий раз. C4 без проблем, в любой момент мы можем ее сделать. То есть я могу, конечно, открыть в бункере альфа, красные эталоны может выпасть. Получается у нас C4. А может у нас как бы выпасть на локации. Все так же. Но его, наверное, выполнять нужно в последнюю очередь. Там, знаете, когда уже отправляешься на рейд, смотришь, там у тебя еще есть это задание, да? И тогда его выполняешь. Сейчас, я думаю, ну смысла никакого нету. Мы в последнюю очередь, если не будет, да, если не найдем на том же бункере, вот будет откат у меня. Ага, он уже откатился. Вот, мы можем его активировать, да? Можем. Мы можем активировать и уже пойти потом, скажем так, посмотреть, выпадет ли или не выпадет. Но нужно 30 талонов. Понятное дело, что это немножко сложновато, но все же такое дело. Так, поехали, заправочка. Заправочка у нас. Где у нас заправочка? Тю-тю-тю-тю. Сколько у нас крышечек? 0. Одна крышечка. Ого, нормально так. Так, ладно. Одна крышечка, так одна. Шестой сезон или какой? Да, шестой сезон. Это какой сезон? 10 сезон. Видите, я даже помню, какой сезон этот чоппер, 6-й. Можно получить в внутриигровом магазине. Офигеть, какой-то внутриигровой магазин. Так, что у нас здесь? Колесо лежит. Да, давай, короче, мы сделаем как? Закидываем все. Ай, транзисторов я не взял. Блин, транзисторы нужны были бы. Транзисторы бы еще можно было... Транзисторов куча. Ну, закидываем. Пока все закидываем сюда. Бензобак у нас, колесо.
Один уровень есть, готово. То есть движки, пружины ни в коем случае сюда не вкидывать. Транзисторы можно, подшипники, болты, резинки, колеса, бензобаки, вилки и журналы. Журналы выпадают на 40 уровне. Откроется локация, мощь, скорость, прочность. Мощь, прочность. Не знаю даже, что прокачать. Скорость выше. Скорость наш, зачем? Мощь, зачем нам мощь? Я не знаю, что вкачивать здесь. Давай скорость включим. Может быть, он будет намного быстрее. Так, здесь мы оставим ресурсы, которые мы в следующий раз прокачаем, правильно? Вот, закинули туда, и в принципе тут больше делать нечего. Нам остается пойти только новый дом, закинуть проволоку, посмотреть, сколько у меня там осталось еще на новичке, но, по-моему, две проволоки не будет хватать у меня. У меня там было или 16 было проволоки, потому что несколько раз я не успел как бы открыть, и открывал, и еще плюс не выпадало, непонятно почему, но это уже такое. Так, поселение, поехали в поселение. Я не знаю, ребят, сегодня топовый ролик, просто идеально. Вот эта фиолочка, это просто взрыв мозга. Взрыв мозга, просто фиолки выпадают, охренеть. Вот, без огнестрела, только броня и хил, все, больше ничего. Вот так вот оно и делается. Ладно, я надеюсь, что вы поняли, как оно фармится. Ну, тема хорошая. Так, что у нас здесь сделано? Тут у нас тоже сделано, да? Надеюсь, да. И вот тут вот 16, 18. Понятно. Ну, как говорил, две штуки не хватает. Ладно, ребят, вот такой был ролик. Не забывайте за мой розыгрыш портфеля на 12 345 подписчиков. Я буду делать розыгрыш своего портфеля черешня в моем телеграм-канале. По ссылочке в описании. Жду вас всех там. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока, ребят.